Итак, уважаемые друзья, время 11:42, 24 марта 2016 года, пятница. Финальный матч в мужском одиночном разряде теннисного турнира второй категории в городе Минск. Теннис Стар. На подаче Алибек Качмазов. Счет. Счет по 15 на подаче Алибека. По геймам во втором сете он пока что уступает. 3-4. Но 30-15 на подаче. Ошибается при выполнении удара с отскока Алибек. Короче, тут же был наказан Алибеком. Алибек играл скорее данное очко на удержание, а Никита пытался забить. Но это ему не удалось. Больше на подаче Алибека. Вновь не идет первый мяч. И Алибек подвел
со счетом 4 и сейчас будет подавать на сет. Смею предположить, что инициатива в данном игровом отрезке, на стороне Алибека. У девушек решающий мяч. Алиса подает во второй квадрат. Безупречно сыграла Ева на усетке и взяла очко решающее. 2-1. Девушки из Санкт-Петербурга ведут в парной комбинации в первом сете. Алибек подает на второй сет. Не было подачи, справедливое решение судьи. И вот проходит у Алибека удар. Второй раз пробивает Алибек, но ошибается. Это опытный спортсмен, который знает, что делает. Это чемпионские удары на вылет. Вот уже Никита короткий, косой короткий кросс. И игра с воздухом в противоход. Это те элементы, которые должны приносить Никите успех. Это то, что он умеет делать. Конечно, он может делать не только это, но это его, конечно, его сильная сторона. Четко играет Алибек с полкорта, но не идет вперед, понимая, что это опасная история. 0-40 на подаче Алибека. Можно сказать, что подача подвисает. Ошибка Сацкока. Очередная ошибка Алибека. Сацкока. И вот уже счет 5-5. Не удалось Алибеку взять второй сет. Пока что не удалось. Он остается в игре, смотивирован, сконцентрирован. Никита не форсирует игру. Держит мяч. Чемпионский удар Алибека, но косой короткий не прошел. В это время Ева Горкуша простреливает через коридор интернациональный дуэт соперников. И у девушек из Санкт-Петербурга на их подаче пока что 30-15. И 3-1 они ведут в первом сете финального матча. По 15 на подаче. Первая подача проходит. Спокойный кросс. Спокойный удар.
ракеты играют над вершами, такими активными накрученными мячами. Держит мяч. Алибек форсирует игру. И дернув удар, Никита ошибается по длине. Ну что ж, он игрок, ему принимать решение на корте. Не нам его судить. 15:30. В это время у девушек 4-1 впереди дуэт. Алиса Буданова и Лева Даркуша. 4-1 в первом сете. Вынуждает Никита выполнить Алибека активный удар. И ошибка. По 30. Алибек решает сходить за мячом и немножко снять темп. Будем считать, что это некая хитрость. Два мяча были, и можно было играть. Четко Никита вкручивает вторым мячом и продолжает свою игру. Четкая полугорка, резанный удар. Алибек не идет вперед. Не идет вперед. И вот уже Никита вперед. Но Алибек безупречен в обводке. Немножко не готов. Немножко не подготовлена была атака Никиты. Хоть он играл с короткого мяча, но не четко. Положил Алибек безупречен в обводке. Хорошая первая подача Никиты проходит. Это действительно чемпионский удар. Чемпионский удар Никиты. В такой ситуации выполнить практически эйс дорогого стоит. И проходит первый мяч. И двойная ошибка. Меньше на подаче Никиты. Тем не менее, мы понимаем, что Никита остается в игре. Смотивирован. Выполняет еще раз подачу в том же направлении. Девушек. Зрителям было не видно, но смею вас уверить, что перед этим Лева Даркуша выполнила безупречный уходящий пас. Как сыграла у сетки Камила. Безупречно. Четко закрыла сетку и положила мяч по месту. Но у девушек на подаче Влады Петровской пока что меньше. Не проходит первый мяч. Второй мяч спокойно кладет. Она держит, играет на держание. Пыталась пробить через коридор. Thank you.
слева Гаркуша. И хотя Трус, конечно, сыграл за команду девушек из Санкт-Петербурга, но удар был верный по месту. 5-1. Ведут девушки из Санкт-Петербурга. В первом сете финального матча. Алибек подает и 40-15 на его плечи. Нужно отдать должное, что судейство на первом корте как активно у сетки Никита. Как четко он играл. Это то, что дает ему успех. Именно у сетки он добился ошибки Алибека и выиграл очко. Определяет судья, и в общем-то это было справедливо, потому что мяч действительно уходил. Небольшой сантиметр, нет, первая подача не проходит, но Алибек собран. Четко включил вторую, и начинается розыгрыш. Алибек не форсирует, играет на удержание, просто четко удерживает. Никита раскачивает комбинацию свою. И накрученными мячами, насколько хитро действует Алибек. Держит мяч, понимаешь, насколько высока цена данного очка. И Алибек, как большой мастер, четко обвел его. У девушек пока что 6-1 в первом сете. Нет подачи у Алибека. Второй мяч больше. Это сетбол. Вновь небесспорное решение судьи. Такое ощущение, что мяч все-таки уже после первого удара Алибека вырвался за пределы корта. Но судье виднее. Он считает, что мяч попал. И со второго мяча Алибек ошибся в сетку. Сорвал удар Алибек. Нас ждет
интересный тайбрейк второго сета на подаче Никиты. Стоп! Очень необычная история произошла. На соседнем корте вышли юноши разминаться, и, в общем-то, они, наверное, были неправы, потому что это все-таки финал. А подача была острая, мяч цеплял линию подачи. С внешней стороны. Как борется Никита? И как безупречен Алибек? По одному. Фантастический теннис демонстрирует спортсмен. Это просто удовольствие смотреть такой теннис. Смягчает удар Алибек, играет резаным. Никита продолжает играть более агрессивно, но тоже смягчает. Комбинационный теннис. Резак под право. И горка. Алибек не торопится. Как опытный спортсмен, он понимает, что нужно держать мяч. Никита решает выполнить. Никита решает выполнить укороченный удар и ошибается. 1-2 на подаче Никиты на тайбрейк. Проходит первый мяч. Что творится? Никита выполнил удар между ног, догоняя свечу, попал в заднюю линию. Не готов был Алибек к такому развитию событий. По два. Не проходит у Никиты первый мяч. Алибек играет на удержание, не форсирует. Просто держит мяч. Не форсирует игру. Это не свойственно данному спортсмену, но он принимает такое решение. Как только он принимает решение усилить, он уже ошибается. Видимо, что-то и себя чувствует не в своей тарелке. 2-3. Алибек на подаче. Проходит безупречная первая. Вновь укорочен. И Никита в очередной раз активной атакой у сетки зарабатывает очередное очко. 2-4 пока что Алибек уступает на тайбрейке второго сета. Переход. У девушек во втором сете пока что начало подает Алиса Буданова. 30-0 на подаче. При этом дуэт из Санкт-Петербурга проигрывает пока что во втором сете 0-1. Но у них 30-0 на подаче. Решает усилить Алибек и
ошибается в сетку. 5-2 на подаче Никиты. Никита четко вкручивает первый мяч. Играет резаным. Оливек играет на удержание. Никита этот мяч тоже не форсирует игру, выбрасывает полуборку. Алибек усиливает. Никита принимает решение пробить через коридор, но ошибается. Алибек, как опытный спортсмен, понимает и читает игру, знает, что надо делать. Проходит первый мяч. Никита играет на удержание, но достаточно активным мячом, такими накрученными полуборками. Причем Алибек понимает, что Никита всегда может выйти вперед. Держит Никита мяч, ждет ошибки Алибека и добивается этой ошибки. Верное тактическое решение в данном розыгрыше принял, видимо, Никита. И это пошли матчболы. Нет первого мяча. Справедливое решение судьи. Никита продолжает свою игру. Четко держит. Алибек решил усилить. Еще. Никита защищается. Продолжает садиться подлево Алибеку. И добивается своего. Со счетом 7-3 в тайбрейке второго сета победу одержал Никита Каширин. Итак, счет по сетам 7-6-7-6 в пользу Никиты. И он становится победителем турнира второй категории ПЕ в Минске «Теннис Стар». Уважаемые друзья, надеюсь, вам понравилась игра спортсменов. С вами был Борис Стариков. А мы сейчас вернемся на первый корт. На первый корт, где продолжается финальный матч в женском одиночном разряде. Судья принимает решение в том, что мяч попал. Ровно разыгрывается решающий мяч на подаче Камилы Бахтамяк.